дядь Лошан. Как-то скучно, да, Милаша? Мы с тобой уже во все игры переиграли. Эх, как бы в гости приехала Василиса. Как я по ней соскучилась. Эх, это и Белочка. Мама! Нам дверь звонят. Девочки, откройте сами. Ребята, я решила устроить для Софийки сюрприз и пригласила в гости ее подружку Васю. Ну что, готовься к обнимашкам! Иди сюда! Я сломала! Девочки, что случилось? Такой грохот, как будто метеорит в квартиру упал. С вами все нормально? Да, мама. Да, нормально, мы так стукнулись лбами. Но у тебя и лоб чугунный. А у тебя звон, как колокол. Там точно что-то есть. А ты знаешь, какая? Стоп, есть, я плачу. Вот какая ты подруга оказалась. И зачем мне в гости приехала, если дружить и без тебя могу? Ух, надо что-то делать. О, и думала, я делаю яйца. Да, яйца. Это что за смирительная рубашка? Ты что, предлагаешь одеть нам эту кофту двоим? Эй, я не хочу быть змеем Горынычем. Эх, Ви, это кофта Думси. Видно, яйца, яйца, яйца. Все, яйца, яйца, яйца. Ты хочешь сказать, чтобы я сняла видео с этой головой? Эй, а чем тебе моя красивая голова не нравится? Упокой! Хоть я не очень хочу с тобой сниматься в лайке, но видео придется снять. Эх, Мила, на кого хочешь заставить? Только не думай, что я это делаю с дружбой с тобой. Ой, больно хотелось. Мы будем дружить! Давай. А рука у тебя чистая? Теперь да. Вась, давай посмотрим, что получилось. Давай. Будем дружить. Давай. Ты так прикольно сделала. Теперь да. Мы будем дружить. Давай. А рука у тебя чистая? Теперь да. Вась, а классно у нас с тобой видео получилось. Прости, я как подруга поступила себя некрасиво. И ты прости меня, подружка. Девочки, а что за маскарад? Вы папину кофту растягиваете. Мама, она с Милашей снова подружила. Как так? Меня не было 5 минут. И вы за это время успели поссориться и помириться? Да, мы рекордсмены по скорости ссоры и примирения. А ну-ка, сиди, шуби. Милаша, а можно нам для начала снять кофты? А то нам неудобно умываться. Друзья, идите друг другу на уступки. И не ссорьтесь по пустякам. А то к вам придет Милаша. Так,